Ну вот я поменял цвет. И под лодкой меня кто-то два раза боданул. Кто-то два раза меня боданул. Но пока что... Рыба неактивная по причине отсутствия течения. Если бы течение сейчас толканули, хотя бы чуть-чуть. Или вперед, или назад, но его вообще нету. Рыба, естественно, сейчас малоактивная. Сделаем переброс. Кокошуля летит. Опа! Нет долго поклевок, надо рыбку поискать. Она здесь не стоит на месте, она бегает. Заметьте, я ставлю сейчас приманку, не дропшотовую, а джиговую, обыкновенный виброхвост. Обыкновенный виброхвостик. Не хочет. Не хочет, красавица. Не хочет. Попробуем поагрессивнее проводку. С паузами. Вот он, пожалуйста, поагрессивнее. Проводка. И рыба все-таки отозвалась. Отозвалась. На всякий случай просечем. Еще. Такой мальчик неплохой. Я вижу, мальчик неплохой. Крючочек у нас хороший, рыбка красивая. Пошла. Что и требовалось доказать. Если что-то меняете, нужно менять не только цвет, но и манеру передвижения. Опять я попробовал поменять проводку, и все-таки рыба подсела. Ну что, сейчас буду пробовать делать. Это малыш. Это малышок. Вот так возьмем. Упс.
тихо. Малышок, что там у тебя грязное такое на попе? Сейчас мы посмотрим. Может, ты лежишь на песочке? Или ты обкакался? Одно из двух, да, да, грузина? Просто обкакался. Иди гуляй. Сработала агрессивная проводка. Вот что-то давит. Нет, малышок. 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 Поправляем рыбку. Опускаем стопор. И... ой. Вытираем ручку и делаем заброс. Ну вот. Все-таки я опять выцегонил и опять агрессивной проводкой. Хорошая рыба вроде бы. Ну, я не думаю. Тронула. И под лодочкой последняя. Метры. Ладно. Сейчас поменяем приманку. Поставим. Пытался ловить. У меня в прошлом году ничего не получилось. Это фоксовская приманочка. Очень красивая. Очень качественная. Офигенные глазки. Сейчас посмотрим. И сейчас зачеты как пойдут. Один за одним. Вот будет нежданка. Туча медленно подползает, но уже, по-моему, не льет. Хотелось бы, конечно, чтобы тебя накрыло этой тучкой. Как будто бы два фронта сходятся. Это слева, с правой стороны тоже плохая туча, которая может тебя сейчас накрыть.
Интересно, поклевка хотя бы будет на эту рыбу? Или выброшенные деньги называются? Я в прошлом году пытался на нее поймать. У меня ничего не получилось. Может, не своевременно, может, не в тех местах, где надо, но получилось так, что на нее просто не было поклевок. Ставишь другую, поклевки есть. Ставишь эту красавицу. Исполнение ведь великолепное. А вот ему не нравится. И вроде бы же похоже на рыбку, да? Нет, подавай ему какую-то зеленую жабу. Или фиолетовое говно. Вот тогда будет жрать, ему это интересно. Надо объявить конкурс на эту рыбку и подарить ее кому-нибудь. Пусть разлавливают. Ни одной дотрожки, ребята. Вот что это такое? Ни одной дотрожки. Ни одной дотрожки. Посмотрите, ну суперская рыбка, да, господа продавцы, отличная рыбка, и плавничок, и тени подведены, и глазик какой, и серебро, и все как надо. Вестин, пусть полежит на месте. Поставим назад мою кислоту и будем на нее ловить. Хлоп. Стопорочек. Очень мягкий силикон. Довольно-таки пружинистый, хорошо насаживается. Это я заказал целую кучу с Китая. Это стопоры для женских сережек в ушки. Силикон такой полиуретан. Хорошо держится на металле. Форма очень хорошая, правильная. Шире. И самое интересное, что она очень быстро красится в тот цвет, который соприкасается. Поставите с красным — будет красная, поставите с кислотой — будет кислотная. Принимает цветовую. Клевать.
Ух ты ж, была поклевка. Ну, Костя прозевал. Прозевал. Рыбка хватанула. А я не просек. Есть. Есть. Под самой лодочкой. Надо чуть-чуть отвести. Все, сам ушел. Молодец. Не меньше возни. И экономим время. Забросы небольшие. Расклюет под лодкой.